Мои прекрасные друзья, мы с вами находимся в спа, который прилегает к нашей вилле и является частью этого комплекса. Я вам никогда его не показывала, потому что мы тут редко бывали. Мы все спа в свете глаз посмотрели. А здесь я вам покажу, это псевдогробница, то есть сделана реплика. И здесь происходит массаж. Ой, сори. Он прямо сейчас и происходит. Так, ну мы не будем беспокоить мою подружку и пойдем дальше. Аромабаф и детокс. Давайте посмотрим на аромабаф и детокс. Сделаем в потьмах чуть-чуть, потому что люди заняты. Тут в соседней комнате не могу беспокоить. Вот комната для детокса. То есть погружайте сюда ножки. А можно и с подружкой. И это не педикюр. Через стопы очищается весь ваш организм. Теперь в нормальных условиях мы посмотрим на ванну, где по-болгарски грязь – это кал. Где происходит грязевое обвертывание и обвертывание в луге. В соли. Ну все, пошли дальше. Пошли дальше, посмотрим, что у нас тут происходит. Пошли, пошли. Также есть зал и раздевалки. Так, пошли дальше. Вот тут у нас горячий бассейн, как вы видите. А что у нас еще тут есть интересное? Видите, солевая сауна. Пошли дальше. Тут еще есть хамамчик. Вот это Steam Room. Сейчас попробую открыть для вас. Такая парная, видите? Ой, запарились. Пар. И, конечно, наша русская баня. Вот такая. Прямо вся кедровая. Пошли дальше. Сейчас посмотрим, куда мы выйдем. В релаксовую зону. А можно тут душ посмотреть. Тоже вроде все неплохо. В общем, непогано. Местечко, рекомендую я вам его. Абсолютно это не реклама. Ну и вы помните нашу виллу. И вот эту вот часть мы можем ею пользоваться. Чужакам тоже можно. Но платить кому-то 15 лева за целый день, а кому-то подороже. Нам все бесплатно, то, что моя подружка делает. Кто делает массаж, все бесплатно. Ну что, давайте расслабляться. Хочу вам сказать, что грядут тяжеленные времена и что нам нужно. Нам нужно знание, это можно даже сказать образование. Второе – это семья и третье.